Всем привет! Меня зовут Адриана Костецкая, я талант-менеджер, продюсер, а также режиссер. И сегодня на моем подкасте New Hollywood Star моя прекрасная доченька Амелия Костецкая. Hi-hi! How are you? Good. Good. Амелия уже снялась около 20 проектах, в 16 рекламах, в 5 фильмах, в 911, Стед Лассо, и уже заработала около 20 тысяч долларов в свои 5 лет. А все, кто хочет увидеть своих детей на экранах телевизора, пиши в комментариях слово «стар», и я обязательно свяжусь с вами. Амечка, расскажи, пожалуйста, о себе. Меня зовут Амелия. Мне 5 лет, и мое любимое, что я хочу делать, я люблю плавать и гимнастику делать. Окей, что еще ты любишь делать? Я сильно люблю мейкап делать. Амелия у нас снялась уже около 15 проектах в Лос-Анджелесе, а также в Майами. Последний наш проект был Museum of... Ice Cream. Yay, give me 5. Окей. Расскажи мне, как там было на Museum of Ice Cream? Давай. Там было очень весело. Очень весело? И там было много мороженого. Там было много всего, но не игрушки. Ага, много всего, но не игрушки. Тебе нравится сниматься? Да. Да? Хорошо. А ты заработала денег с Museum of Ice Cream? Да. А что ты купила? Cinnamon roll. Cinnamon roll, yes. So good. А ты купила сама себе игрушку, да? Я купила много всего еще cinnamon roll, но не, еще не пошла. Еще не пришло, да? То есть тебе нравится сниматься, да? Что-то было тяжелое на съемках? Нет. Никогда тебе ничего не тяжело, да? Только нет. Маме? Да. Да? Миш, какие съемки у тебя еще были? Ну, куда мы недавно тоже с мамой ты ездила? Она там была, ну это какой-то дом. Это где я собрала, that's where I work cinnamon roll and all of the other cinnamon roll stuff. Да, почти так. А ты можешь что-то спеть какую-то песенку? Gold twinkle little star. Okay. What you are up about the world so high, like a diamond in the sky. Молодец. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Молодец, умничка. Амечка, а тебе нравится сниматься в фильмах? Ты хочешь быть актрисой? Да. Тебе нравится учить слова? Тебе не тяжело, когда мама тебя заставляет учить какие-то слова? Мы записываем кастинги. Чуть-чуть. Чуть-чуть тяжело, да? Но тебе нравится, да? Ты бы хотела быть актрисой? Да, я хотела бы на мультики тоже. В мультиках тоже хочешь сниматься? То есть у нас цель теперь будем искать мультики, чтобы ты там могла сниматься, да? Да. Ты хочешь себя видеть по телевизору? Да. Да? А что ты еще хочешь? В каком бы фильме ты хотела сняться? Я говорю что-то на моей маме. Как ты говорю что-то на твоей маме? Ты снималась у Лайк Насти? Да. Да? Тебе понравилось? Да, это когда у меня было 4 или 3. 4 годика было, да? И ты снималась у Лайк Насти. Да. Это была твоя мечта? Лайк Насти is my favorite blogger. И ты снималась у Лайк Насти? Да. Тебе понравилось? Очень. Это была твоя мечта? Да. Окей, ты бы хотела еще сниматься у Лайк Насти? Да. А что нужно делать, чтобы сниматься в рекламах, в фильмах? Нужно практис. Practicing, да, работать, репетировать. Можешь пожелать что-то деткам, которые бы тоже хотели сниматься где-то в рекламах или в Like Nasty? Да. How do you like Nasty? Okay, you don't know some wish. Okay, what is your wish? Oh, my wish? I want to be like Nasty and play. You want to be like Nasty? Mm-hmm. Okay, what do you think? You will be like Nasty? Soon. Soon? Okay. I think. Okay, good. I like what you say.
You are so cool. You are so good, you know. And I hope you will be, you will have a lot of projects. I can subscribe to my channel. Подписывайтесь, чтобы смотреть успешные истории детей, с которыми мы сотрудничаем. И я надеюсь, что и ваш ребенок может быть в нашей команде и также может стать успешным в киноиндустрии. Не пропустите эти шокирующие видео и реальные истории на пути к успеху. Каждый родитель должен знать об этом, если хочет, чтобы его ребенок стал успешным. Хотите увидеть, как обычные дети становятся звездами Голливуда? Подписывайся. Я Адриана Костецкая, продюсер, Kids Talent Manager и режиссер. И я вам обязательно в этом помогу. И на моем канале я раскрываю секреты успехов детей. Подписывайся, чтобы не пропускать самое интересное.